Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу вам показать очередной обзор модели, связанной с темой авиации. Но прежде чем показать обзор, хочу, комрады, вам порекомендовать канал моего земляка. Канал называется Сергей Минск. Парень только недавно начал снимать, буквально выложил несколько видео. Я посмотрел, мне очень понравилось, как он делает и самолеты, авиацию, и также БТТ. На данный момент делает он Пантеру и самолет. Вот, так что, кто хочет поддержать комрада и коллегу по моделизму, заходите на его канал, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вот, ссылочка будет под моим видео. Ну, поддержите, друзья, комрада, кому не сложно. Ну а сейчас начинаем делать обзор. Обзор на самолет НТ-5, советский истребитель периода 30-х годов от фирмы «Звезда». Каталожный номер 7271, масштаб 1.72. Вот такая дана простенькая коробочка. На тыльной стороне коробки вариант окраски данного самолета и размещения на нем декалей. Ну а теперь посмотрим, что в коробочке. В коробочке мы имеем вот такую вот простенькую инструкцию, которая напечатана на листе формата А4. В ней краткое описание модели и также номера красок, которые нужно использовать будет при окраске данного самолета. Ну и также инструкция о сборке. Ну что хочу сказать. Модель хорошо, конечно, покупать детям. Она довольно-таки несложная. Собраться должна быстро. И, в принципе, детям должна понравиться. Как бы мне этот набор и прислали для детей. Вот. В наборе также вот такая вот простенькая декалька. Даже панельная приборная доска нарисована очень примитивно. Ну и также набор состоит из двух литников. Вот. Есть небольшие утяженки. Как бы стык пресс-формы незначительный, модель 2010 года. Вот. Серого пластика. Также, друзья, после видео будут размещены фотографии. Может, кто-то хочет посмотреть более подробно. После видео будет фотообзор. И вот второй литник. Тоже, как видите, деталей очень мало. Поэтому рекомендую этот набор для деток. Вот, кто хочет своих детей увлечь моделизмом или для детских кружков. Как бы модель и недорогая, и несложная. Конечно, если там делать все по матчасти, может быть, тут надо и перепилить почти всю эту модель. Но если собирать деткам, то, друзья, самое то. Спасибо, кто смотрит мой канал. Спасибо за комментарии к моим моделям. Всех благ вам, друзья. Мирного неба над головой. И теплого и хорошего лета. И хорошего отдыха.